Всем привет и добро пожаловать на HiNews.ru. Посмотрите 40-й выпуск нашего проекта «Это интересно». Лето все ближе и ближе, а это значит, пришло время поговорить с вами о самых необычных клубах в мире. И начнем, пожалуй, с современного французского скоростного поезда и одновременно клуба на колесах, оборудованного по последнему слову техники. «Айднайт» – это первый сверхскоростной ночной клуб. Внутри вагонов расположены небольшие, но очень комфортабельные танцполы, укомплектованные мощным звуковым и световым оборудованием. Размах вечеринок в поезде не уступает тем, которые организовывают на известной всем Ибице. В поезде выступают известные диджеи, а к услугам пассажиров – огромный бар с разнообразным спиртным. Есть здесь и традиционный вагон-ресторан, и мультимедийный зал с кучей игровых консолей. В общем, развлечения на любой вкус. Несколько похож на парижский клуб чешский трамвай «Трамикс», курсирующий в Праге. Маршрут этого клуба на колесах начинается каждые выходные в 22:00 с трамвайной остановки «На месте миру». Прибывает трамвайчик прямо под дверь известного всем пражским клаберам клуба «Мека» около 3 часов после полуночи. За время путешествия отдыхающие могут пользоваться услугами бара, а танцпол вмещает 60 человек. Согласитесь, трамвайный отрыв – отличная альтернатива занудным ночным клубам. Еще один необычный клуб называется «Ла Фира» и расположен в Барселоне на месте старой ярмарки. Атмосфера в клубе соответствует духу ярмарки. Коридоры из кривых зеркал, огромные карусели, автоматы для гадания, статуи и афиши, которые висели на этих улицах сотни лет назад. Этакий клуб-музей. Заведение работает круглую неделю с 11 вечера и до упора, пока гости клуба не упадут с ног. Если вы тусовщик и вам посчастливится побывать в Барселоне, клуб «Ла Фира» рекомендован к посещению. А лондонский клуб Minuscule of Sound даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький клуб в мире. Он вмещает в себя всего 15 человек и диджея. В тесноте, как говорится, да не в обиде. Благодаря своему компактному размеру клуб легко перебазируется в любое место, поэтому заведение уже успели увидеть во многих странах, в том числе в Китае и Австралии. Ну а самым большим клубом в мире является Privilege, расположенный на Ибице в местечке Сан-Рафаэль. Он с легкостью вмещает в себя 11 тысяч человек. Главный зал размером с самолетный ангар имеет потолки высотой 25 метров и бассейн, прямо посреди которого находится диджейский пульт. Еще один необычный клуб «Le Batofar» расположен в Париже, в стенах старого плавучего маяка. Он пришвартован на берегу Сены, и найти его не составит труда. К слову, в «Le Batofar» проводятся лучшие электровечеринки в Париже, а все известные диджеи, приезжающие в столицу Франции, считают своим долгом отметиться в этом клубе. Ну а если вам хочется чего-то еще большего, то добро пожаловать в «Гуакара Таина» – большой клуб, расположенный в Доминиканской пещере. Благодаря природной акустике звуковые системы выдают такие киловатты, что земля в прямом смысле дрожит под ногами. Размеры клуба впечатляют, одновременно на танцполе могут находиться до 3000 человек. А на этом все. Пишите в комментариях к этому видео, в каком из перечисленных клубов вы хотели бы побывать. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь на hinews.ru и помните, знание – сила.